Ямальские парламентарии ужесточили закон о тишине. Изменения коснулись статьи, которая предусматривает ответственность за нарушение покоя граждан. Теперь шуметь нельзя с 11 вечера до 9 утра в выходные дни. Ранее ограничение заканчивалось в 7 утра. По статистике, большинство нарушений связано не с проведением строительных или ремонтных работ, а с шумным поведением соседей. Учитывая пожелания, которые звучат на личных приемах граждан, мы внесли поправки в региональный закон, прокомментировал решение депутатов председатель Комитета законодательного собрания автономного округа по государственному устройству и местному самоуправлению Марат Абдрахманов.